чемпионат мира начинается. У нас 2 дня осталось тренировок. Одна из них будет на стадионе 45 минут. Одна потом часовая 21 числа. А сегодня небольшой для вас сюрприз. Мероприятие вечернее. Здесь, наверное, не все знают. Была война между Парагваем и Боливией в 30-х годах. И за Парагвай воевало много русских солдат, офицеров. Здесь в Ассунсьоне 6 улиц названо русскими, в честь русских офицеров. И вот, сегодня один из потомков, да, который работает в Федерации футбола Парагвая, пригласил нас на ужин. Значит, просьба, единая форма одежды и кроссовки обязательно нам соблюсти. 19:45 мы стартуем на автобусе оттуда всей команды, то место, куда нас будут ждать уже на ужин. Поэтому я думаю, что нормальное мероприятие. Сейчас все съедем, посмотрим, что там нам покажут, расскажут. Может, накормят. Все, спасибо, давайте.